Приветствую вас, ребят. Приехал на заправку. Ну, одна из самых популярных сети называется. Вот. Едем сейчас смотреть байки. Но вот это мой. Прошел уже около 20 дней. Завтра последний день. Вот. Нужно подбирать. Ну, что-то помощнее хочу. Вот. В предыдущих или следующих видео, какие вы раньше посмотрите, да, я там рассказываю о том, как я учился в Honda Safety School, вот, на вождение мотоцикла. Вот. Вообще хочу посмотреть сегодня байки, именно полноразмерные, да. Вот. Ну и скутеры посмотреть, скажем так, на повседневку. Ну, посмотрим, что будет, поэтому начнем запись 7-11, возьму себе попить водички. Ну и основная трасса Deep Capacity, как это так и называется, не могу запомнить, уже месяц здесь нахожусь. Вот кто был в Пхукете, наверное, скорее всего, эту дорогу очень хорошо знает, особенно кто ездил из Таланга. Назовем это в город, потому что все основные моменты, государственные учреждения, все находятся в городе, то есть там ближе к Патонгу, Кате, Какату, я не знаю, склоняется. И вот поэтому, ну как я жил в Таланге и ездил, то есть он эту дорогу знает уже хорошо. Так, ну что, ребят, первый байк опробовал, заговариваюсь, новые районы, тут три раза, наверное, останавливался, два раза путал дорогу. Вот на вот этом зверьке я сейчас проехался. Ну, скажем так, хозяин рентал этой конторы сказал, попробую на этом. А я еще не ездил на чоппер, это был первый, скажем так, опыт. Вот. Ну, прикольно, интересно. Он мне показал путь, где тут можно топнуть. Я пока соточку выдал, так, с непривычки. Такое здесь красивое место, решил вам показать. Красный горы, получается, трава и район, да, называется. Это совершенно в другую сторону полностью, скажем так, самая южная часть, наверное, могу так сказать, Пхукета. Вот такая дорога дальше меня ждет. Это самая крайняя точка. Сейчас возвращаться буду обратно. Не знаю, может быть, что-нибудь еще сегодня попробую. Посмотрим, надо водички попить заодно. Вот, посмотреть. Может, что еще интересного. Предлагает акция у них сейчас. Вот, не знаю, преддверие 8 марта, наверное. Два дня арендую, уже два дня в подарок. На таком же, либо на такой же мощности байки. Вот, поэтому, короче, подумаем, посмотрим. Это было первое место для посещения на сегодня. Вот. Going away. Вот. Поэтому посмотрим, что еще интересного есть. Так, приехали покушать. Ребята из Big Bike, на чем я сейчас катался, посоветовали вот это место ходить. Быстренько бежим. Сказали, вкусная еда норовая. Посмотрим, что тут как. Включаем новые локации. Каждый день, раз в день что-то новенькое должно быть. Приехал я дальше по пути. Папайя мини-маркет, вот он, сейчас сюда подойдем. Здесь такой вид на залив. Здесь вот так же район Каравая. Все еще находимся здесь. Вот. Сказали здесь, ребята, есть, скажем так, наши российские продукты. Посмотрим, что тут есть. Такой магазин.
Орешки. Кали. Так. Сыр. Раз пришел за сыром. И сметана. Вот, масло. Вот. Творог, кстати, творог я еще не видел. Вот сметана. Салатики, оливье и есть еще одна салатика. Речка готова, какие-то бакуты с чикен, речка с курицей, речка с курицей, колбаса, тушеная курица, пиво. Ну, вроде корону, я не помню, вот я не видел. Вот сухофрукты, то же самое. Хлеб, кстати, есть. Хлеб, самолет, конечно, да. Триста рублей. Сыром точно закуплюсь, остальное сейчас посмотрю, что там по списку надо получить.